День рождения – это всегда праздник, а день рождения малой родины – праздник без преувеличения краевого масштаба. В Северском доме культуры торжественно отметили 85 лет со дня образования Краснодарского края. Присутствующих поздравили председатель районного совета Владимир Захарченко, депутат законодательного собрания края Сергей Орленко и глава района Андрей Дорошевский. Уважаемые земляки, я искренне и от всей души поздравляю вас с образованием нашего любимого родного края с 85-летием. Я желаю добра, благополучия, мира всем вам, вашим семьям, чтобы было мирное небо над головами, чтобы мы процветали и развивались. На праздничный концерт собрались ветераны труда, общественные активисты, уважаемые жители со всех уголков района. Творческие коллективы подготовили яркую и патриотичную концертную программу.